Дякую. Ми з вами буквально напередодні путінських виборів говорили про те, яким буде життя в Росії після цього дня, після того, як його переоберуть. І, власне, сталося те, що сталося. Стався крок у Сіті Холл. Вже от на третій день тих подій, які основні висновки ви могли б озвучити, наскільки вам ця історія прозора, наскільки вам зрозумілий почерк, і якщо схильні думати, що за цим може стояти Кремль, то навіщо зараз йому цей теракт? Ну, судя по тому, що зараз ми знаємо о людях, які цей теракт завершили, ми можемо почти наверняка говорить, что этот теракт действительно организовала незаметная и забытая, казалось бы, в новостях в России организация под названием «Исламское государство», а точнее не вообще, а сетевая структура, которая находится, как бы, имеет своих боевиков и адептов в разных концах мира, а именно афганская ее часть. И вот это, конечно, имеет отношение к Кремлю, но, конечно, не тем, что Кремль организовал теракт или что-то такое, нет-нет. Имеет это отношение к Кремлю в том смысле, что, как говорят эксперты нашего издания, у нас нет оснований им не доверять, среди них есть и израильские сотрудники, и бывшие сотрудники спецслужб, и, в общем-то, говорят об этом и иностранцы, говорили об этом, судя по всему, американские спецслужбы, которые предупреждали Путина о том, что теракт готовится. Поводом могло стать сотрудничество России с талибами. Буквально внешняя политика Кремля. То, что Кремль выбрал для войны с Западом, как он называет происходящее в Украине, и для войны с Украиной в качестве друзей, страны, у которых есть страны в исламском мире, у которых есть свои внутренние противоречия, в конечном счете привело к тому, что случилось в Крокус-Экспо. А исламское государство в Афганистане, это группировка отколовшихся командиров Талибана, для которых сам Талибан не слишком радикальный, не слишком верный последователь какой-то из вот этой вот самой жуткой, злой и людоедской извода религиозного течения, которое представляет себе, ну вот все, что представляет исламское государство, что все должны умереть, наступить один сплошной халифат, потом закончится мир и все остальное. Они имеют к Талибану претензии такие, от которых на самом деле у вас сейчас волосы встанут дыбом, потому что это, казалось бы, вот эти самые талибы, совсем неприятные люди, которые заставляют женщин носить платки, запрещают им учиться, исповедуют довольно далеко от светских правил ислам, совсем не похожий на ислам в, там, я не знаю, ну, предположим, в Казани, извините, да, там, например, или, например, в каких-то других странах, на Ближнем Востоке даже. А этот самый Талибан, по мнению исламского государства в Афганистане, получает поддержку у США, например, тем, что смог прийти к власти, договорившись на кулуарных переговорах с Соединенными Штатами Америки о том, что Америка покинет Афганистан. И всякие другие вещи, которые которым Талибан не нравится исламскому государству, в том числе и борьбу Талибана за воду, буквально в Афганистане идет гражданская война за воду. Талибан пытается поставить под контроль источники воды, а исламское государство, точнее его вожаки, в том числе этому сопротивляются. И у них есть враг, внутренний враг в Афганистане – талибы. Талибы – враги исламского государства в Афганистане. А Россия оказалась главным союзником Талибана и главным, соответственно, опорой. Иран – тоже враги исламского государства в Афганистане. А Иран, как вы знаете, большой друг России, например, в том, что передает дроны, которыми Россия обстреливает Украину. И Россия была выбрана в качестве мишени для атаки исламского государства из-за того, что исламское государство в Афганистане и талибы воюют друг с другом. Буквально такой, если очень коротко описать путь появления этих людей в России, можно себе представить. И в этом смысле, конечно, это, ну, заслуга Кремля. Но главное, я так понимаю, просчет. Пане Тимуре, ну, я вибачте, я буквально
От я буквально про це хочу поточнити. Чи не виходить, що це тоді просто проспали російські спецслужби? От вони зайняті Збройними силами України, вони зайняті РДК, ну чим завгодно, вони просто проспали. Понимаете, какая штука? В России была, в Россию предупреждали о том, что на нее готовится атака давнего врага, с которым Россия воевала в Сирии, и у которого к России много вопросов, именно потому что это враг, которого бомбили и прочее, прочее, прочее. А Россию предупреждали, что Исламское государство может напасть на Россию, но, судя по всему, российские спецслужбы были заняты пытками украинских пленных и людей на оккупированных территориях или еще чем-то, но вовсе не борьбой с Исламским государством. Силы явно были брошены не на это, потому что этот теракт каким-то образом, несмотря на все предупреждения, они предотвратить не смогли. То, что сейчас пытается сделать Путин, когда это уже случилось, переложить ответственность на Украину, это уже чистая политтехнология. Судя по всему, они всю ночь готовились к тому, чтобы придумать, что он утром будет говорить. Потому что нам, например, известно, что обращение Путина к россиянам переносилось несколько раз в течение ночи. И только утром он смог сформулировать то, что он сказал. Потому что, ну а что не воспользоваться общей человеческой бедой, прекрасный привет, растерянности и ненависти. Для того, чтобы собрать побольше людей и отправить их на войну в Украину, потому что другого способа собрать этих людей, очевидно, нет. Люди не хотят идти воевать. Это мы с вами знаем. И вот это, конечно, фантастическое лицемерие и зло в чистом виде. Но это еще тоже не все. Поскольку российские спецслужбы на глазах у всей страны проспали кровавый теракт, им нужно было изо всех сил показать, как они борются с терроризмом. Они не выбрали ничего лучше, как на глазах у всего мира, ну и в первую очередь на глазах у россиян, показать в прямом эфире буквально кадры пыток задержанных. Пытали их жестоко и чудовищно. Ну, это было видно люди, по их обличчям в басманському суді. Во-первых, да нет, они просто в прямом эфире отрезали одному ухо, да. другого пытали током просто. И понимаете, какая штука? Видимо, они пытались этим показать, что смотрите, как мы наказываем и мстим, но на самом деле показали они две вещи, что, во-первых, следствию в России невозможно верить, во-вторых, что любой человек вслед за людьми, которые совершили теракт, может оказаться в таких же условиях, потому что в России просто принято... Мы знали, что в России принято добывать любые показания пытками, но теперь мы просто видим, как это происходит. В-третьих, у нас нет сомнений, что делают на оккупированных территориях те же самые люди, которые отрезают уши этим террористам. И главное, что это все невероятно развращает людей. Не только в России, но и по всему миру есть достаточно сумасшедших, которые смотрят на это и говорят, да-да, так и надо. Дело в том, что расчеловечиваться не надо никогда. Государство тем и отличается от террориста, что государство не использует террористические методы. У государства есть сила более весомая, чем отрезание ушей. Это неотвратимость наказания, закон и бесконечное количество времени. То, как действовали силовики на глазах у всей России, показало на самом деле только их беспомощность в этот момент и желание как можно скорее оправдаться. И эта история вскрыла огромное количество вещей, которые Путин стыдливо прятал и делал вид, что этого не происходит, хотя все прекрасно знали, что все это происходит каждый день. Ну и, естественно, это опять же это разворачивает, раскручивает волну насилия. Во-первых, неустойчивые люди с психикой во всем мире смотрят на это и начинают думать, что только так и можно. В том числе на Западе. Я видел сейчас на Reddit обсуждение каких-нибудь американских альтрайтов, которые посмотрели на эти отрезанные уши и начали говорить нам бы так. Ура, ура, Путин. А это нездоровые люди, вы понимаете. А вторая история заключается в том, что мы теперь с вами понимаем, как все устроено, что эти люди несут вместе со своей армией в другие страны. Понятно, что можно себе представить. Ну, це якраз мені не дивно, пане Тимуре. От це якраз мені не дивно, тому що ми бачимо кадри, в якому стані наші полонені, військовополонені повертаються з Росії. Це перше. Подекуди росіяни викидають в соцмережі відео, як вони розстрілюють наших полонених безпосередньо на позиціях. І те, да, тут я згодна. Ми з вами бачили бандитські способи, і це на самом деле просто показує уровень
уровень государственного мышления Владимира Путина в 2024 году. Банда, которая действует бандитскими методами. Хотя, еще раз скажу, этим людям нет оправданий, но они заслуживают суда, а не того, что случилось. А самое главное, что вопросы, конечно, у россиян должны быть не к исламскому государству, которое просто абсолютное зло, и с ним все понятно, что надо делать. Конечно же, вопросы должны возникнуть к российским спецслужбам, почему так получилось. И очень ловко Путин пытается перевести стрелки на Украину, чтобы вопросы возникли не к нему, а к Украине. Зараз про це запитаю, але сьогодні з'явилася інформація, я не знаю, наскільки вона достовірна, можливо, відомо вам, що ІДІЛ у відповідь на знущання над оцими людьми анонсував повторні теракти і атаки і сказав, що росіяни дуже скоро відчують помсту. Как было, мы видели эти заявления, которые перепечатывали эксперты, следящие за игиловскими пабликами, и некоторые паблики, близкие к исламскому государству в Афганистане, к этой ячейке. Я подлинника этой публикации не видел на персидском языке, но те люди, которые публиковали сегодня это в Твиттере с объяснением, что происходит, они довольно уважаемые эксперты, не очень много сомнений в том, что так и было. То есть то, что произошло, на самом деле, видимо, раскручивает волну насилия, и будет происходить все больше и больше его. В России будут повторяться, вероятно, теракты. России придется на это как-то отвечать самостоятельно. Фронт в Афганистане. Или каким-то образом еще больше поддерживать талибов и прочее. Но вы понимаете, к чему привезла вот эта странная путинская история с Украиной? Все думали, что он сейчас нападет на Литву, и в этом смысле второй фронт откроется. А судя по всему, второй фронт у него уже открылся, и открылся с тем врагом, который находится очень близко, и с которым воевать очень сложно. И это новая реальность. А Путіну вдається продати, я з точки зору того, що пишуть західні європейські ЗМІ, йому вдається продати десь історію про те, що тут рука київського режиму? Я думаю, да, потому что у людей не очень хорошо с критическим мышлением, у многих. Я, например, сегодня разговаривал с некоторыми родителями детей, которые посмотрели, прослушали уроки о важном, где формально про Украину ничего не говорилось, просто говорилось, что есть некий враг, нужно сплотиться в борьбе с ним, и как себя вести в чрезвычайной ситуации. А потом в стык показывали заявление Путина, где он Украину упоминает, а никаких других врагов на этом уроке названо не было. Никто слово ИГИЛ не произносил, поэтому, конечно, в сознании ребенка это дело монтируется, и так происходит у многих, я думаю, потому что российская пропаганда тему Украины раскручивает изо всех сил. Другой вопрос, что мы пытаемся всеми силами, независимые СМИ, своими расследованиями, объяснениями того, что происходит, объяснить, что произошло на самом деле и как ИГИЛ к этому имеет отношение. Но тут, понимаете, какая штука? Неважно, что сейчас думают россияне, которые верят Путину, что это Украина. Ему нужно понятное, что сделать. Ему нужно собрать войска для того, чтобы попытаться что-то учинить, какую-то эскалацию на украинском фронте. Я не про росіян, я про те, чи в Європі вірять. Я про те, чи вірять в Європі, що тут може бути український слід. Ні, в Європі я не уверен, що не вірять. Смотрите, Еммануель Макрон зробив заявлення, я думаю, абсолютно чесне, о том, що ця ж групіровка ІГІЛ готувала теракт во Франції. І там зараз повищений рівень терористичної угрози. Може бути, якісь люди и верят Путину, те, которые, говорят на русском языке и смотрят только путинское телевидение. Но вообще Европа, мне кажется, не просто не верит. Европа смотрит на это и удивляется, что они, предупреждали об этом. Б, Европе важно не что думает Путин о том, что продавать россиянам для мобилизации. Европе важно понимать, как себя защищать. И, конечно, Европа будет защищаться от настоящего врага, а не придуманного Путина. Поэтому в этом смысле продать эту историю Путину, продать историю, что во всем виновата Украина, на Запад, в Европу, я думаю, просто невозможно, потому что людей волнуют настоящие угрозы, а не бред в его голове. Я вам дякую дуже, Тимуре, що ви доєдналися. Спасибі величезне. Тимур Олевський, російський журналіст, був з нами на зв'язку. Дякую дуже.